Приветствую, друзья! Мы продолжаем прохождение Star Wars The Old Republic, Rise of the Hutt Cartel, дополнение. Мы сейчас на базе Грейвина и его регуляторов. Это летучая база, летающая, называется Несущая Шторм. Несущая Шторм, да, друзья, смотрите, где мы находимся. Вот оно как получилось. И я вообще не понимаю, что произошло. Записывал серию, записывал, ничего не нажимал. Запись прекратилась сама собой. Да. И я, короче, прошел этот несущий шторм. Прилетел обратно в город, сдал задание. И только потом понял, что записи нет, когда уже начинал прощаться со всеми. Вот, я, блин, встал на свое любимое место, начал прощаться, смотрю, запись не идет. Да. Ну что ж, друзья, я все равно продолжу это прохождение. Я просто сейчас объясню, что я сделал. Особо много я не сделал. Я прилетел на тот корабль, уничтожил генераторы и убил Грейвина, главу регуляторов. И также мы уничтожили саму эту платформу, несущую шторм. Лишили хатов оружия. Вот. Когда я прибыл обратно в деревню, мы уже праздновали победу. Я даже речь тут произнес на ступеньках перед людьми. Мол, планета, ваша планета умирает. Вы строили эту планету. Вы кровью и потом здесь все добывали и так далее. Макеп — это рай и так далее, но Макеп умирает, но он не заберет вас с собой, вы улетите с нами, бла-бла-бла. Вот что-то в этом роде мы говорили. А потом позвонил Табора, Табора The Hutt, мол, поставил нам ультиматум: верните ковчег, или я убью людей. И отправил своих дроидов на изотопе 5, мол, в город, который называется, сейчас скажу, как он называется. Тарлам, да. И дроиды там сейчас бардак устраивают, убивают людей. Нам велели... А, еще он сказал, что ковчег бесполезен, бесполезен без изотопа 5. Изотоп 5 это топливо для ковчега. Мы сказали ему, что мы скоро придем навестим его, чтобы забрать этот элемент себе и заправить. И поблагодарили его за то, что он нам подсказал. Вот. Но пока что мы летим в город Таларам, Тарлам, точнее, чтобы остановить тех дроидов. Вот, как-то так. К сожалению, это будет в следующей серии. Я потратил весь лимит времени на запись. Я записал сегодня 4 серии по Elite Dangerous, плюс еще 2 серии вот по Star Wars, хотя одну из этих серий, к сожалению, я не записал по каким-то непонятным мне техническим причинам. Да. Извиняюсь, друзья. Все равно поставьте лайк, прокомментируйте. Как-то так, да. Ладно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем пока.